Свой день рождения сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов. Поздравил фронтовика глава Серпухова. В 97 лет он по-прежнему активный и жизнерадостный. Сегодня, в день своего рождения, ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов встречает гостей. Очень рад вас видеть. Спасибо. Я рад видеть. С днем рождения приехал. Спасибо. Вас поздравить. Спасибо. Спасибо. Крепко вам здоровья желаю. Самое главное. Здоровье будет, все остальное будет. В этот день к ветерану пришли самые родные и близкие, друзья и сослуживцы. Депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, исполнительный секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Халчева. Боевой путь Николая Ивановича от Москвы до Кёнигсберга. Был 4 ранен, награжден боевыми орденами и медалями. После войны он продолжил служить стране. Девиз фронтовика – «Движение – это жизнь». Сейчас он занят огородом и хозяйством. Ну, занимаюсь вот хозяйством. Вот за яблонями ухаживаю, за малиной, за смородиной. Вот так ягоды собираю помаленечку. Вот. Только по-хозяйски. Все делаю по-хозяйски. Для того, чтобы не лежать, не спать, я на все хожу. Хожу с утра и до вечера. Устаешь, вечером отдыхаю. Николай Иванович рассказывает, по хозяйству ему помогает жена, а дети и внуки всегда проявляют заботу. У ветерана большая семья.